Привет, друзья! Сегодня хотим представить вашему вниманию городскую куртку кожаную, сделанную в стиле ретро от производителя Rush, модель Jet. Куртка выглядит вот таким оригинальным образом, очень похожа на обычную кожаную куртку с элементами ретро. Вот такие интересные вставки из велюра с этой стороны. В нижней части окантовочка сделана из бахромы, вот, только на истирание, для того, чтобы вам не натирало руку. Также манжета на молнии с отворотом и вот такой тоже текстильной вставкой, стилизованной. Куртка городская, немного маломерная, так что если вы носите размер L, то вам нужно заказывать XL. Сертифицированные вставки локтей, плечей, предплечий, их менять не нужно. Вставку спины, это вспененный полиэтилен 10 мм, ее нужно менять. Эргономичный покрой рукава выполнен в таком изгибе, для того, чтобы в сидячем положении рукав не задирался и вам было комфортно. В нижней части два кармана на молнии, карманы глубокие, в них можно хранить как гаджеты, так и документы. Регулировка на липучке с левой и с правой стороны, чтобы куртка села вам как можно плотнее. Спереди производитель Rush тиснение, также и логотип в задней части выполнен тиснением. Куртка на молнии и на липучке. Молния с небольшим отворотом, чтобы вам задувало меньше. Во внутренней части, с левой стороны, карман для гаджетов на липучке. С правой стороны карман более глубокий, более широкий для хранения документов. С правой стороны карман на липучке более глубокий и широкий для хранения документов. В нижней части обратка с ответкой для того, чтобы одну часть пришить к мотоштанам либо мотоджинсам и пристегнуть куртку к ним, чттобы вам не сдувало в поясничный отдел, также чтобы при падении куртка не перекрутилась и все защитные элементы остались на месте, в частности спина. Вставка спины съемная. Вот здесь такая большая липучка по всей площади. Вставку можно вынуть и заменить на сертифицированную. Внутренняя часть из сетчатого материала для того, чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию. Образуется воздушная подушка между подкладкой и курткой. И за счет этого происходит вентиляция. В верхней части воротник отделан мягким флисовым материалом, гипоаллергенным, антибактериальным, для того, чтобы вам не раздражал кожу шеи и не натирало при езде. В целом куртка очень достойная, толщина куртки более миллиметра, производитель заявляет 1,2-1,4 мм, то есть очень толстая, с хорошо прошитыми швами, из нейлоновой нити, очень прочная на разрыв и стирание, что при падении гарантирует вам защиту. Куртка выполнена в стиле ретро, при этом она городская, чуть ниже ремня, уровня ремня. Единственный минус, что она маломерная. То есть, если вы носите M-ку, вам нужно покупать L-ку. Если носите размер L, соответственно, XL. При этом куртка приятная, недорогая, мы рекомендуем ее к покупке. Если по куртке все понятно, просим оставлять комментарии на сайте. Если есть вопросы, также задавайте у нас на канале в YouTube.